Нашел лишь Щедрина всегда на своем боевом посту. Так что слово нашим спортсменам Рублевой Шеферу, который вот немножечко и себя, наверное, и своих тренеров, ну и нас в какой-то степени пока разочаровали, но все еще впереди. Нет, давайте они послушаем. не разочаровали. Просто нужно делать правильные выводы. Екатерина Рублева и Иван Шефер сразу после обязательного танца уже у нас в гостях, вот здесь вот в зоне флеш-интервью. Ребят, ну как лед юбилейного, он же, наверное, отличается от льда в Ледовом дворце, который новый в Питере и от московского, от всех прочих. Как и впечатление? Нет, впечатление самое хорошее от льда. Вчера он был еще не таком хорошем уровне. Вот мы вчера первую тренировку провели, он был только-только, видимо, еще подготавливался. Но сегодня он идеальный, просто великолепные зрители. Приветствовали. Ну, вообще все пять зрителей, все идеальны. Все, да. Ну, пять, не пять, но они же все-таки есть. Сколько бы зрителей не было, надо и для двоих зрителей для танцевать. Это даже для одного, поэтому это значение не имеет. Самое главное, что люди пришли. Просто это самые такие, прямо... Да, потому что, чтобы прийти на обязаловку, это надо быть настоящим. Сами еле пришли. Настоящим ценителем надо быть. А как вас встретил Питер? Метель заметает всех. Вы-то как добрались? Ой, ну, слава богу, мы не на самолете, на поезда ходят. Все нормально. Вообще, я считаю, что атмосфера сейчас в Питере очень сказочная и позитивная, даже несмотря на то, что транспорт не едет, самолеты не летают. Общее какое-то такое настроение очень предновогоднее и праздничное, поэтому это здорово. У вас-то у самих как настроение? Когда беседовали с вами на Кубке России, были вы уставшие, говорили, что два подряд этапа, это тяжело. Сейчас, смотрю, и глаза горят, все вроде по-другому уже. Ну, это не второй этап. Нет. Вполне, очень хорошо подготовились, я считаю, к этому старту. Подошли в хорошей форме. Все, это не как два старта подряд, все-таки. Значит, это да, значит, да, лучше. А настроение предновогоднее, предпраздничное уже ощущаете? Ну, где-то очень глубоко, но на самом деле все мысли сейчас, естественно, в соревнованиях, все помыслы и думы, ночью снится, днем в этом варишься. Ну, то есть, ну, конечно, где-то там предвкушение Нового года глубоко оно есть, но сейчас не до этого. А прокат, собственно, о главном поговорим. Довольны сейчас? Прокатали обязательный? В целом, да. Я даже не могу сказать что-то. Таких каких-то серьезных никаких ошибок ничего не было. В принципе, очень довольны. То, что должны были, какая задача была поставлена, мы ее выполнили. Тренер доволен, мы довольны, поэтому все хорошо. Ну, молодцы, с почином вас. Спасибо большое.